Сергей Лазарев поздравил свою маму с днем рождения. Он опубликовал в социальных сетях совместное фото с ней, а также оставил теплую подпись. Об этом сообщает портал Газета.ру. Певец признался маме в любви, не скрывая свои чувства перед поклонниками. «Мамуля, с днем рождения! Будь здорова, будь счастлива! Я тебя очень люблю! Спасибо тебе за все! Я всегда рядом», — написал Сергей Лазарев. Певец рассказывал журналистам о том, что его мама одна воспитывала его и старшего брата Павла. Она стала инициатором развода с их отцом. Женщина не жалеет о своем решении. Валентина Лазарева отмечала, что не выходила замуж снова, так как мужчины не готовы к таким сильным женщинам, как она. По ее словам, был период, когда она испытывала страдания из-за несостоявшейся личной жизни. При этом позже Валентина смогла найти свое счастье. Напомним, что Сергей воспитывает 9-летнего сына Никиту и 6-летнюю дочь Анну.